Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридис. Сегодня мы купим с вами Баррет. Сегодня будет у нас донатик. Ну что ж, не забудь поставить палец вверх и побегаем с Барретом. Я вам покажу, как он в действии вообще. Ну что ж, покупаем за 6 голосов. Отличненько. Платеж успешен. Идем в снаряжение. А, нет, прошу прощения. Покупаем оружие и покупаем Баррет. Отлично куплен. Берем его в руки. Сори, инвентарь. А можно в какой-нибудь свисте другой поставить его? Ладно, в общем, берем Баррет. Отличненько. Подождите, идет соединение. Ну ладно. Давайте на мост пойдем. Сейчас будет. Вау, просто вау, ребят. Я надеюсь, ты поддержишь мне пальцы вверх, скажешь друзьям, что есть такой канал, где куча доната. Вот, периодического. Вообще стараюсь игры разные делать, ребятки. Скоро у нас уже 100 тысяч будет. Ну, как скоро? Мы ждем этого числа заветного. Так, ребята, мои хорошие, вот и я. Вот мой Баррет, вот мой пистолет, если что. И вот она, лопата. Боже, черт. Ладно. Перерублим комом. Я еще не очень научился со снайперки стрелять. Тут так мало патронов, всего лишь 10. То есть я максимум могу сделать. Жаль, точки нету. Да уж, не очень удачный момент. Печально. Но мы все же продолжим. Так. У меня самая крутая снайперская винтовка. Да кто меня палит, эй? Харе. Какой копченый крутей. Так, ладно. Я, допустим, не вижу, откуда они меня убивают. Отлично, хэдшотик. Промазал. Пятерочка. Ну-ка, отойди. Он спрятался. Отлично, два фрага. Он не учился стрелять. Кстати. Сейчас мы им дадим. Так, наверх поднимается, наверх. Нифига себе, как ты быстро поднимаешься. Давай, 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 покажись. Не вижу. Но он только что явно тут был. А вон, вижу одного. Давай. Эй, все что ли? А вон, вижу, вижу. Бежал. Ёлки-палки. Меня вообще с гранат убили, ребят. Ладно. Ты чё стреляешь, эй? Прицелься сначала получше. Как следует. Потом уже стреляй. Достали, эй, с гранатками. А, ну типа все, ладно. Продолжим на другой карте. А есть, знаете, ну-ка, кажется, за себя. Нет. О, давайте на арену пойдем. Пока там мало людишек. Так, вот мы нарезали. Ага, прикинь, сейчас закончится уже бой. Да чтоб тебе. Один готов. Ну, в общем, можно тащить. Хотя бы одного убили. А особняк какой-то даст два. Даст два раза целых. Ух ты, елки-палки. Это как в CSGO, да? Блин. Тише, 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 друг. Хэдшотик. Не хочешь? Отлично. Замечательно. Промазали. Ах ты, я гранату хотел только кинуть. Ах, я ее кинул, кстати. Вон она сорвалась. Так, ладно, я снова здесь. В игре, блин. Все. Кирдык, башка. Так, ладно. Мы снова начали. Блин, ну ты мог подлечиться.
Нет, тут не сложно было. Нужен автомат классный. Тихо. Эй, держи ты так. Давай, ну что ты сделаешь сейчас далеко? Что ты делаешь сейчас далеко? А тут цвет нельзя выбирать. Который я заранее выбрал, допустим. Чтобы можно было на автомате. Тише, друг, не переживай. Все будет хорошо. Ну, ё-моё. Ясно, ты там. Прячешься где-то. Вылазь давай. Все, вылез. Куда ж ты денешься? Так, ты... Покажись. Ты же показался, да? Молодец. Пойдемте на другую карту. Типа я насал. Он меня убил. Кто-то отомстил за него. Спасибо. Куда тебе? Блин, я как подобрал крутой автомат. Джокер. Совсем уже не тот. Я взял то, что... Больше ничего не надо. У меня есть то, что я всегда хотел. Классненький зеленый автомат. А, я тоже могу посмотреть. КСБ. Ха-ха-ха. Пойдемте там, где подальше можно пострелять. Ну, аренка подходит больше всего, мне кажется, для снайперов. Если... Ты хочешь, чтобы я что-то другое поиграл? Ой. Какие там же гранаты? Где я? Да нет, Саш. Тебя сложно очень убить. Сложно, да не гони ты. Очень легко просто. Сзади подошел, как некрасиво. Так, нам надо залезть повыше. И оттуда будем уже мочить. О, лесенка. Так, хорошо. Отлично. Валим. Чтоб тебе. Башка не тебе. Я ж попал в тебя. Два раза. Ну, два хедшота, интересно. Нифига себе. Рядом такие стояли. Они вообще видят меня? Бежал, не заметил. Ах ты ж сзади с лопатой, смотрите. Улыбается. Улыбается. Такой забавный. Такой милый, такой забавный. Джокер.
Он сейчас его убьет. Он выбьется. Долго тут не проживешь, ну ладно. Так, а мы встанем тут. Что, я не умею деревья со снайперки, зря я ее приобрел. Может, она, конечно, пригодится, но не сейчас. Постараюсь всякие обновления снимать. Если будет какие-то обновления в этой игрушке, обязательно пиши, там новая снайперка какая-нибудь выйдет. Я обязательно сделаю на нее обзорчик. Молодец. Молодец, как мало. Доиграем уже этот бой и все. Так, ладно. Череп, такое крутое имя. Ник. Ник, а не имя. Что ты говоришь? Он хотел убежать, но не тут-то было. Валера мне помог тебя догнать. Отлично. Так, я вижу одно, я вижу. А, ты же елки. Хотела сбежать, смотрите. Пять фрагов. Это достойно. Гранат, гранат. Не успела взорваться. Ну, пять, это достойно, да. Что? Лучше. Блин. Да вы не станете что все, прекратите тут появляться. Он по-любому появится тут. По-любому тут появится. А ребятки подходят и подходят. Шокер тебе. Кто за сверху мне помогает? Стоп, ну, прикольно, если бы разработчики на видео отправили. Снимаем бы чаще видео по этой игрушке. Да. Я все же его убил. Важно, что меня убили. Я отомстил за тебя. Пам-пам-пам-пам. Каждый сам за себя. Замечательно. Дайте мне новый левел. Дайте. А, немножко не хватило, ну ладно. Очень таки хотите больше видео, знаете, что делать. Видео по этой игрушке. Поставь палец вверх, расскажи друзьям. Ну, все такое. Репостни, там видео. В общем, спасибо тебе за все, за поддержку. Это Кубум был, ребятки. Всем пока-пока.